Telekom'un daha alası. Пока интернет не подключишь, не переезжай. Не, ну смотри, если там уже есть провод, да, то это же быстро. Думаешь, там у нее было, что ли? Она старая была. Да, даже если нету, то все равно быстро. Мне же вообще, я когда сюда вот переезжал, мне вот Автодорожная, да? через 3 дня пришли, подключили. Ну, вот у нас, допустим, провод уже был заведен в квартиру. Ну, как бы это не важно, само. Там ты же на 5-м, если ты ровно над моей бабушкой, то можешь ее Wi-Fi сможешь пользоваться. Накормят. Там роутер я купил же, чтобы Wi-Fi был хороший. Даже новый через 2 этажа. Вы Этот должны... мой роутер ловит, когда я на улице под окном стою, если что, вот здесь вот. Да ладно. Ага. Блин, надо нормальный роутер Ну, мне купить еще на. а мебель? И мебель. Мебель тоже. Или там что-то остается, да? Кровати не будет, холодильника не будет. А деньги-то у тебя на это останутся? Где-то 400к осталось. Давай ва-банк Леху что-то. Смысл? Еще 400 на ипотеку взял. На квартиру. Без средства на существование. Ну, зарплата бьет же. Леха, больше в Counter-Strike не пойдешь, получается. Эс. Могу, но... Статус не потеряют еще. Денег же нет. Если будешь. Гаранта нет. Зона C будет. Потеряна. Постой-ка, Лёха, подожди-ка. Вы захватили зону A. Я сейчас тебя буду за тобой бегать и в спину оглушать, Лёха. Бля, у нас бот. Ой, да ладно. Я бежал. Кёсина просто унизил. Беги! А, блядь! Да, я тебя убил. Бел спарировал. Не, там этот под яростью Роти начал бить, ё-мо. Я еще как-то одного из них убил еще как-то. Не даст сколько тебе, ладно. Не даст. А я ранен. Как ты меня не убил, это же оружие. Я же ходил, да, это... Иди на... Все с ним. Кесин опять пришел. Чпокает тебя. Чпокер, чпок. Зона A потеряна. Сделай хоть что-нибудь. У нас бот убивает шиноби, ху.
Бьет, да? Бьет, а убил их, вот шноби. Бог шноби. А не, не убил их отца. Ладно, у нас Б захватывается из-за того, что бот есть, да? Смотри, бош. А, все-таки он бот не смог убить, но он его уже долго с ним дрался. Да стой ты на месте. Зона А потеряна. А, захватили. А кто тут еще, кто тут остался-то? Еще один на руте. Ты меня еще не убил, Лех. Яриви, хуепита, блядь. Ларк Кент там у нас наверху больше. 70-й престиж шаман круг. У нас что ли? Ага, это Кент. Умер от шнуби. А, они друг друга убили, что ли? Эээ, меня сверху убили, бля. Бог шиноби. Амадар. Ну ладно, у нас этот все захватили. Что-то шаманка как-то. Наш шаман проигрывает. Ну, выигрывает, проигрывает. Выиграл. Хорош. Он не знает, что у шиноби есть удар, от которых нельзя вернуться, походу. Пытался вернуться от них. Я сам себе выносилась в дулях. Да. Как неудобно получилось. А? А, я думал, ты уходил. Ваши бойцы сломлены. А, я у меня почти убил их. Вы наступаете. О, меня чем-то кинули, короче. С скиллом великим-то. Да ну. Серьезно. Но камбэк есть. Мочи чмо, да?
Да ё-моё, блядь, меня оба пиздили как раз, ё-моё. Почему Кёсин не к вам пошел, а меня пиздить пошел? Ёбаный урод. Четверо вообще. Шаманка тут бегает, ну бля, она сдавайся уже. Чё он к нам не пришел? Чё она воняет-то? Сука. Спрятался. Наелся и спит. А он же это пробегает и не заметил, да, потому что этот шаманки скилл. В смысле, а обычно же анимации же прекращаются, как он делал так, чтоб лег и лежит, типа? Или он как какой-то баг использует? Нашел. Ну я им там подсказывал уже. Ты что ли? Ага, шпиги быстрее, да. Как ты рассказал? Yep. А, ты писал, да? Да. Датель, что ли? Чё он время такое? Я не вижу, что ты что-то писал. Я чат других не вижу, что ли? Джо-джо поза. Заебал. Сука, застоит на тебя Джо-джо поза. Джо-джо референс. Thank you.
на цели. Ты будешь отвлекать, я буду их сталкивать. Я тоже умею. Не, ну у меня-то толчок на более дальние расстояния, что-то. Ну да. Так, пошел. А, хорош. Чуть не спас его, а? Ой. 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 Не съешьте его. На. Блин! Это хороший. Шикарно для меня. Ну, только мы все точки проиграли как-то. На, этот... А, ну там их двое, наверное, носи. Просто. У нас чувак с ним справляется. Надо пойти хотя бы бой захоти как-то. Да. О, Лёха шаман идет. Да. Эй, Диана меня скинула. Бля, у тебя самого скинула. Я не знаю, она прям. Вот я. Она меня тут столкнула в то же место, я упал, а я ее столкнул тоже. Получилось так сделать, а она не упала почему-то. Да. Как это все вот. Да. Что? Ну, ясно. Мы захватили зону Си. Меня у базы прям скинули, мину кто-то положил на этот. На мостик. Блять! У шаманки какая-то мина есть, Дарюх? А, не а? Мина, а этот... капкан, вроде. Нет, какая-то мина на втором скеле. А, положила на мостик, я упал, короче, когда взорвался. Да, чё-то. Ты же тоже так можешь делать. По идее. Походу, что есть такое? Два раза тут, вот. На ровном месте, да. Да ты хорош, что ли? Эй! Пипец! Какой жесткий. Он все парирует, чувак, даже легкие атаки. Ну что там наркоман? Че там на вообще жестко мощный чувак, что ли? Чего он не хватается? Сейчас как бы проверим. Вроде нет. Как парировать ты этого Сигоки, я не понял. У меня Сигоки есть. Просто реально Сигоки есть. Что же у него за тайминг там у него на? Не понимаю. Ни разу не смог спарировать Сигоки такого. Да ёпть, опять она этот... Поставила этот...
Эдя, мина. Она вообще не видна. Как она успела поставить эту мину? Опять я три раза просто сдох на ровном месте. Вообще не дают поиграть в игру. Лёха, пошли на С. Чё ты на С не ходишь? Но... Меня прям на базе убивают. Да. Ну, по крайней мере, точки две будет жена. Иди кто-нибудь, не я не могу шиманку никак убить. Надо нормального героя бать, хуже. Дарья Финити не может. Да. Я хуярят, что ли? Да он на базе стоит там и не дает выйти мне с базы. Да. Ой, бля, это пидорас тут. Да, помоги, а. Опять она меня вот просто на базе убивает практически. Чё за урон такой? У шаманки что ли? А, я еще и сдох. Шаманки убийство ложкой. Какую ложку? Уже такой урон большой стоит. Не знаю, она. Валяка, гнили до нашего. Сломали просто. А, Денис. Днем бесконечный же. Че, это каждому можно поставить, да, это стойка. А, посмотри, сколько стоит. Ты видел, да, как меня сигал по три раза? Кто это сделал? Просто сбоку подходит. Что-то у него так быстро это. Они не вдвоем играют с этим, походу. Что он же ровно переставал бить в это время. Че же на кёсе нахватает, че не покупаешь-то? Э? Что бы ты говорил? Бля, ебать он дано. Их слишком много тут стало, кёсеном против кёсена неудобно же будет играть. Наоборот, наоборот. Мне наоборот нравится кёсен против кёсена. Там уже майнгейминг. Кто кого заебашит? Да, наш кёсен чмо на самом деле.
Бля, у них опять этот Сигокуна. Он мне три раза позвоночник сломал. У него там пенис герб. А, там еще это нетерпимый же на щите у этого приора. А, бля, я не туда иду, оказывается. Команка то ливнула, что ли? Я хотел ему наказать. Кого именно? Шаман. Шаман. Кент. Ладно, Кент. Вы захватили зону A. Так вот, шиноби все. Ты охренел, что ли? Иди нахер, имба. Да ладно, он как будто сразу это делает. Жесткий приор, нет? Как бы что делать, типа, если так делать? Его один на один надо драться, мне кажется, что если одного он так сделает, то второго точно выкинет. Но он еще когда даже одного кидает, хотя бы одного, он же всех по кругу бьет этой атакой, которую нельзя спарижить даже. То есть она не под таргет. А мы вообще жестко сухую как-то проигрывают. Как она? Наш бот проиграл и их боту центр, да? Ты ему даже легкие атаки парируют, это еще вообще что ли? Опять какой-то задрот попался, да? Должен играть хитокири против тех, кто тебя не бьет даже, ну. Он ждет просто, пока я его ударю, ну. Не могу размениваться с ним же. Хотел тебе пробежать. Ты мне прерывал комбинацию, Лёха. Ай, блядь. Темный приор пришел, порядок навел. Да,
знаешь, он так быстро сразу эту штуку врубает. Он должен был сначала включить защиту щитом, круговую, да? Как этот. А, как завоеватель, а потом только мог это, вот эту вот штуку сделать. Прокидывание. Ваши бойцы сломлены. Ай-яй-яй-яй. Вы наступаете. Хотя бы то. А, игрок, который чуть не убил, он там, да? Гораздо. Я же его хотел ударить. А ему можно этот удар Бейна прерывать? О, у меня был лучше с ним рассказывать. Я в чате пишу! Вы захватили зону A. Ну я выжил. Надо. Хотя я ярость включил и в чате начал писать. Что такое, а? Я так же было, кстати, этот. Просто стоял мой герой, ничего не делал. Ваши бойцы сломлены. Эй! Вот ты... Как он все это знает, как... когда что я хочу делать? Финты даже не ведется. Чё ты мешаешь нашему легендарному файт? Я здесь, да? Ох, ты здесь? Mm. Да.
вообще сегодня ни разу не победили, да? Еще нет. Ну я сейчас тоже включим играл. Я еще без тебя играл, тоже 4 раза поиграл. Вперед? Вчера, сегодня, да? Ага. Какие-то это, да? Да, если считаем потом. Вам не кажется, что это слишком давать такие быстрые огненные атаки? Ё-моё, почему он меня бьёт в битве? Вот я бы продали. Я и так держусь с одним. Стоять, стоите и смотрите же. Меня бьют. У меня нет этого, того, что я вам убил. Это было. Гардбрейк. Это смертельно было. Там второй бы меня убил. Вы захватили зону Си. Это что такое? Такой быстрый. Это кто такой вообще? Я не знаю, это тот приор, какой-то читер какой-то, да. Я не знаю, но все парирует. Да. Я не буду стараться вообще больше. Да, он все парирует. Не знаю, китаец походу такой. Это тот самый китаец, походу, который, ну, не знаю, у него они какая-то этот. Ну, другая. Приор этот, который вообще не знаю, ну как можно так по. Алян Капон. Другие точки захвата, где его нет. Время просто тратим, пока его там бьем. Я сдох, блядь, как так-то, блин? Нахуй еще, как говорится. Так, я на Эйч. На Б иду. Давайте быстрее, крип, ёл. Ай, блядь, откаленные они, ё-моё. Я просрал. Такой шанс. Они похиляются на оба. Успели или они похилялись? На, Лёха, беги оттуда. Лёха, беги. Беги, Лёха, от него. Да, еще у этого персонажа это такая быстрая огненная атака приличным уроном. Как бля. Такое делать, да? Он меня контрит полностью, потому что у меня этот Си контрит, короче, мать.
огненная атака, потому что у нее есть. Да. Очень быстро еще причем. Да. Как вообще такое можно было добавить? Егор, Леха, если кто-то тебя контрит, надо идти на другую точку. Давай убегать от него просто. Просто очень много времени сам на его убийство натратить. Даже если вдвоем там. Да ты что за. Пипец нахер. У меня просто в нее. Не надо, не надо идти на, он там. Да, да, наш чел убивал его, получается. Мощный? А не, я его ультой убил. Ну его воскресили. Почему? Я не знаю, я начал казнь, да, но меня убили почему-то. Почему броня не включилась почему-то. Поздно включилась. Все равно убили. Не понимаю. Вроде броня есть. Как опять бы захватили? Ты ё-моё? Это шиноби какая-то. Что шиноби делает на центральной точке? На центральную точку должны походу идти те герои, у которых, которые не видны на карте, да? Чтоб без спаля убивать. Мой чел спрыгнул вниз, да? Просто взял и выкинул, кинул меня. Пришла держать. Ну давай, чувак, попробуем реванш делать. Ай, блядь, он меня пол хп снес с хилом. Ну ладно, окей. Леха, там надо Б поддержать. Да не тратьте на него время, в конце убью. Ультой моей сейчас отдышится. Все. Ты держать пугал, пошел. Я же говорю, не надо его пытаться вдвоем убивать, Лех. А, у меня пол хп снес с каким-то скиллом. Да просто не надо к нему идти, и все. Окей, ну окей, идем в CNC. И Б сейчас надо поддержать. Не-не, еще надо си держать уже. Только-только си, только си. А-а-а, си проебали, бля. Мы сейчас сами проебаем, так уже. Блядь, ну я не знаю, где все. На си вообще все бросили почему-то. У меня там. Ебало мастера уже светится так хорошо. Как наступает? Он
Мы же я же на С стоял только что, как это? Мы же на С были, С захватили. Не захватили. Ну мы же захватили, я был на точке, как они захватили, Лёх. Бля, идите нахуй, меня стрелой убили. Ваши бойцы сломлены. Так, на оси попробовать опять захватить. Бред какой-то. Вы наступаете. Да, только я две точки Б и С пытался держать, не успел. А, ты отошел и этот успел, да, третий захватить. Да, ты что убил? Ой, ё-моё, тут этот. А. Лёха, а ты идёшь на А, да? У нас тут очень мало. У меня уже треть хп снес этот. А, 5 килами на меня кидают. Убили одного. Хорошо. Теперь этого Орыти надо беру. Лёха. Не меня, его, Лёха. Ооо, это он скилл кинул. Меня стрелой убили. Ладно. Сейчас еще проиграем. А, он воскрешает. Да вы серьезно что ли? У тебя есть скилл какой-нибудь какой-то, который их держит всех? Где он? У меня только 3 скилла. Ну то есть третий стоит. Бля, они все там фуловые сейчас же. А, нам достаточно стоять на точке, Лех. Пусть наступают сами. Окей. У нас больше очков. А тут ямки есть? Надо это. А где еще один наш? А, вот. Плохо, что у них скиллы могут откадышиться. Я тоже откадышился. Я одного казню, надеюсь, там. Навсегда. И за одну ульту сейчас получишь, Лёх. У меня вообще пиздец хуёво сыграл сейчас кетчином. Не знаю, мне как будто сил унижает. Но я не могу победить Тона. Чувака, который китайца этого, он щит, он жёсткий. Он меня всё парирует. Надо походу только его через фейки ударять, на только фейк. А он даже их как-то успевает. Он как будто знает, что ты сейчас финн сделаешь. Я не понимаю. Я пытаюсь всякое разное это, а он все равно это все предугадывает. Я не знаю, откуда написано, не знаю, может это читер, что ли, хоть я не знаю. Как будто, ну не, вот я его ногой типа пинаю, он уворачивается, опять пинаю, он уворачивается, потом, ладно, в следующий раз он меня убил, потом прихожу, пытаюсь ногой типа финн делаю и гардбрейк делаю, а он стоит, ждет, пока я его ударю. Иду. Как будто знает. Остро! Ух, все. Не тут и что. О, да, да, меня, конечно. Ага. Хорош. Все, его нет. Мне тоже удалить. Сейчас он всех убьет. Дара, бля. Победа. Лёха тащил как мог на дно. Сейчас подойду.
Ебало, прям не локации. А других нет, что? А, у новых нет, кажется. А теперь такое вышли, что ли, все? Видимо, да. А? Видимо, да. Эх. Если бы не моя ульта, полегали бы, наверное. Джо-Джо нету у Кёсин. Джо-Джо есть только у мастера. Пипец. Из всех, кого я играю. А, нет. Все-таки есть, значит. Может быть, значит. Что-то мало у этого. Странно. Защитник. А, да, я могу, кстати. Но тогда я не буду скрытным на карте. Так не пойдет. Ну, в этой карте это бесполезно. А вот там, где мостики были, это... А скрытность зачем нужна вот вообще? Она бою не помогает. А если ты можешь без фалева захватить свои точки, нет? Ну, тут... А тут все равно мостиков нет. Вот там вот. В той карте это... А, да, еще можно без палева это сделать. Толчок можно сделать. Ну, именно шаманкой. Ты, чувак стоит на точке. И он не успевает понять, что кто-то подошел. Он же смотрит на карте и мини-карте. Точек-то нет, а он такой стоит. У обрыва обычно такие стоят, наблюдают. Что успеть подойти и толкнуть. Ебать, два молотоборца. Этот чувак, этот что ли, тильтанул, что ли, тот чувак, который жесткий, как только ты его убил ультом, ну нахер ливнул. Я его два раза жил, два раза жил ультом. Я, ну, он же понял, походу, ну, мы, я же видел его, убегал сразу после. Да не, все равно его там... Хоть, ну, можно его, допустим, вдвоем убить, но столько времени на это придется потратить. Не то, что он все парирует. Лучше кто-то пусть отвлекает его. Остальных помогли бы. О, у нас тут одного не хватает что-то. Чё меня бьют много людей? Живите, Кизару. Вносишь ты мое дело.
зону Си. За пидорасы этого. Да ты чё? Чё-то эти германганды жёсткие. На, жёсткие. Зона Си потеряна. Норман Ган. Знаю, тоже на финты не ведутся. Это они и так. И они финтуют сами. В том-то и дело, если бы я ударял огненной атакой, я бы, получается, ударил его. Некоторые просто стоят и ждут, допустим. А чё так, так тут двое-то пришло сюда? Где все? Умрет. Я пришел один. Юрман. Чего ты меня бьешь, Леха, уже два раза? Ой-ой-ой. Почему меня? Тихо, пап! Паты. Он и тут на размен пошел. Ну че они вот крышать идут все? Ай, бля, нихуя. Леха, ты ему ярость заряжаешь, ну что ты делаешь, а? А че делать еще? Он все. С умом ведь. Труп. Ага. Уже что ли те? Ага. Конвейер только что был на конвейер армии. И с нашей стороны будет, да? Да. Нахер, то нахер. Что-то меня пиздили. А, наш чувак вообще бесстрашный. Из-за этого ярость как-то. Я. Стопроцентная ярость, если ты промазал. Ага, ага. Ну, я думаю, я попал уже, типа, 100%, но. Ой. Чего, а?
Рыв. Это я там один остался, хоть сейчас сдохнет. И стали так и не сдох или сдох. Умер. О, да. Что это было? Как это? Вот, хотя бы обозначали бы, что в тебя что-то кидает. Камеры вообще близко стоит, не видишь ничего, что происходит. Молотом кинули. Ай, блядь. Они камбэкают. Ладно. Ермунгант. Ярости. Да. Бергер. Я могу их уже поджечь. Убил так же. Мы захватили зону С. Победа! Граната. Хочу купить. Не ставится. Я купил. Герой. Ермунганд. Что? Да ладно, он слабый. У меня вот есть же
уклон с оборотом. Опять техобслуживание смотрю. А? ГГ. Что такое? А? Да? Именно по нашему времени это делать. У нас вот. Битва бомжей. Идите. У него пин какой-то плохой, но мне кажется так, но очень странно у него происходит. 90 что было. У него? У нас тоже 80. У нас у меня 80, допустим. А у него сколько? 70. Почему иногда ударяю и удар как будто. Я он как будто не получил. Не, урон не получил, а потом получает. Что такое, короче. Шиноби и Дарраф. Издать один. А, Шиноби пришел. Зона А потеряна. Это... Ладно, у нас бот, понятное дело. Леха, 0-2. Ну, блядь. Почти побеждаю, почти побеждаю, а меня какой-нибудь... Самый сильный холдер Якутск. У нас так-то пинг тоже высокий, смотри. Может, это у нас просто сервер плохой или что. Я труп! Блядь. А надо бы на размен идти, да? Похуй, типа, на хп. Через правую кнопку. Пипец, почти унизил. Я разучился играть опять в Хольду. А ты что, им умел что ли? Блин, я же тебя вчера отхуярил. Все, убегайте теперь. А? Че ты не ударил ты его? Нельзя ударить его, когда этот. Он же может сразу нажать за эту ярость Лёша. Не, Лёша он не может нажать. Он же не на... О, я же его ударил как-то. Грифон как-то убил его, ладно. Там быстро. Как его Грифон там быстро смог убить?
Я утонул. Да, видел. Эй, гипер броня у него же там. Не смог из-за этого. Вроде бы ударил, но... И он тоже, да? Да, не гоните нас. Знаешь, самое хреновое, это когда этот... Они фейкуют те, кто со стороны бьют, на. Как это контрить? Допустим, мастер стоял, да, делал вид, что сейчас ударит, и не ударял. Я попал по нему, Лёха, а он не умер. Что? Я попал ультом по нему. Это он не спарировал меня. Не понял, что это было вообще. Подними меня, Лёха. Спасибо. Блядь. Думаешь, они дали бы двое? Дали бы, а они же тебя не замечали. Били пока одного. Ладно. Ну, мы что, протираем? Пиздец, слухую. Я носил. Там мастер. Окей. На размен с ним попробую пойти. Ой, блядь. Пошел нахер, блядь. Я не понял, а почему не смог было бы заблокировать, спарировать, когда он свой это сделал? Издалека бежал и два раза крутанул сам. Че за бред? Почему наши крипы не захватывают эту точку, ё-мо, я же убил всех. Наконец-то. Какая-то хрень с мастером боевого. Ладно, давай попробуем. Просто райт-кликами бьют и ярый сдохнуть от него. А, тычка оставалась, тычка, бля. Это самая хреновая, конечно, тычка. Да. Убил мастера наконец-то. Нас было трое. Лёха, охиляться, бля, хп мало. Ты не сможешь охиляться. А захвати меня быстренько. У меня нету ульты. А, надо было умереть, да? Да? А, сито потеряли. Кто? Убей его, убери его. Да ты чё? Да. Хочешь, я тут.
Я трусливо начал убегать, и меня с лука выклили. Ай, блядь. Видите, какой пинок у Шиноби, а? И он ничего не может сделать же против этого. Что ему ярость накапливает-то? Шиноби накапливает пинками этими. Ну. Наелся и спит. Все, вроде ж, там же уже 5 минут осталось. Где? Баран, вот я рано.